Мэрия Махачкалы продолжает борьбу с незаконной застройкой городских земель. Так, очередной демонтаж фундамента коммерческого объекта состоялся в парке имени 50-летия Октября. Как выяснилось, на объект не имеется правоустанавливающих и разрешительных документов. В мэрии отмечают, что подобного рода работы требуют больших затрат, но это вынужденная мера, так как интересы отдельных предпринимателей не должны стоять выше интересов общества. Кроме того, в городе продолжаются работы по освобождению тротуаров от незаконного захвата.